Чем занимаются первые лица полиции, пока преступники гуляют на свободе, наглядно продемонстрировал замглавы МВД Авакова. Боль временна, триумф вечный. Таким глубоким изречением, подсмотренным, к слову, на стене в спортзале, начинается запись в Фейсбуке Вадима Троина. Пост сразу вызвал интерес пользователей соцсети, которые насчитали в нем аж 13 ошибок. Когда в комментариях полицейского обвинили в безграмотности, тот стал оправдываться, дескать, писал на смартфоне и за рулем. В итоге, собравшая сотни насмешек сообщения, Троян удалил.